6 июня. РИА Новости. В случае снятия санкций США против российских парламентариев ответные меры будут отменены незамедлительно. Американская сторона знает об этом, заявил РИА Новости в пятницу глава Международного комитета Софеда Константин Косачев. Ранее один из телеграм-каналов сообщил о том, что Вашингтон может рассматривать возможность отмены санкционного режима против российских депутатов и сенаторов для возобновления межпарламентского диалога. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее говорил РИА Новости, что российские парламентарии на встрече с делегацией США поднимут вопрос снятия санкций с членов Софеда и Госдумы. Российская позиция на этот счет хорошо известна. Односторонние санкции противоречат международному праву, а санкции против парламентариев – еще и основополагающим принципам демократии. Соответствующие российские решения во всех случаях носят ответный и, как правило, зеркальный характер и подлежат отмене незамедлительно после отмены санкционных решений, явившихся причиной их принятия нами, сказал Косачев. По его словам, такая позиция хорошо известна авторам санкционной политики и по определению не является ни предметом переговоров, ни сюжетом каких-то просьб и обращений с российской стороны. Если абсурдность, незаконность и бесперспективность санкционной политики наконец-то становятся очевидной для американской стороны, это можно только приветствовать, отметил сенатор. Но российской стороне об этих процессах ничего не известно, и мы их не инициируем. При этом, разумеется, последовательно и открыто обозначая на всех уровнях и во всех форматах неприятие санкционной логики как таковой, заключил Косачев.